Запланированный на сегодня календарь событий с учетом их значимости для эффективной торговли может позволить трейдерам использовать сегодняшнюю динамику ценового движения для получения значительной прибыли. Дело в том, что появление определенной ясности в ближайшем будущем Греции и некоторая стабилизация ситуации в Европе позволило переключить внимание рынка на статистику из США. Пока популярность и рейтинги европейских стран падали, умеренное восстановление американской экономики сделало доллар наиболее привлекательной валютой. И если сегодняшнее заявление после заседания Комитета по открытому рынку США даст возможность участникам торговли понять, что дополнительные финансовые вливания в экономику страны не последуют, можно ждать укрепления доллара против всех основных конкурентов. А дополнительным катализатором к росту американской валюты могут стать сильные уровни розничных продаж, превышающие предыдущие значения. Таким образом, в паре евро-доллар не исключен откат к уровню поддержки 1.2973, после пробоя которой откроется путь к 1.2874. При этом стоит учитывать и развитие ситуации на европейском рынке. Если сегодня индекс экономических настроений от института ЗЭВ превысит прогнозные значения, это может стимулировать временный рост единой европейской валюты. В результате можно ожидать восстановления евро-доллара к уровням 1.32 и далее к 1.3260. Если же индекс окажется ниже предыдущих значений, весьма вероятно стабильное снижение пары в ходе американской торговой сессии. В любом из этих случаев сегодняшняя ценовая динамика евро-доллара, а также в кроссах с ними, может позволить вам получить весьма существенную прибыль. Присоединяйтесь к сообществу трейдеров и зарабатывайте с нами на предстоящих изменениях курсов валют. Компания Maxiforex желает вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.